Дорогие друзья, мы очень рады приветствовать вас на нашей сегодняшней программе, которую мы посвятили одному из самых интересных мест на Земле – Гималаям. В нашей программе принимают участие Элеонора Маргулина, Таня Кархар. Вы услышите удивительных музыкантов, которые долгие годы посвятили изучению и исполнению индийской классической музыки. Светлана Субхиджанарвы. Первая в России профессиональная исполнительница на ситаре и цурбахаре, школа Индатхана. Она также является исполнительницей североиндийского классического стиля пения хиндустани, который она изучала в традициях делийской школы. Прекрасный перкуссионист. В сегодняшнем концерте он играет на табло. Кирилл Паренчук. Он изучал табло в традициях делийской школы. На гармонии Анна Пашкевич. Великолепный музыкант. В настоящее время она изучает табло в культурном центре при посольстве Индии. И уже достаточно преуспела в изучении этого инструмента. А в нашем концерте она согласилась аккомпанировать на гармонии. Екатерина Селиверстова. И отводится очень важная роль. Парад или речитатив. Удивительный человек. Высокий профессионал. К
хореограф, исполнитель индийского классического танца катхак и руководитель одного из самых замечательных коллективов в России, коллективов индийского танца Чаткар. Вандану, которую вы сейчас увидели, музыку к этой вандане написала Светлана Джанардан. Стихи также, когда Светлана нашла. Вот миссис Саксена, которая сегодня присутствует с нами. Преподаватель индийского культурного центра, профессор санскрита и языка хинди, она перевела сложный санскритский текст с пояснениями, что позволило нам лучше передать смысл вандана под танца. Дорогие друзья, мне бы хотелось еще поблагодарить вас, что вы пришли к нам сегодня. Очень приятно видеть столько знакомых и дружественных нам лиц. Мы начинаем сегодняшний концерт с исполнением инструментальной музыки Фитали. Светлана Джанардан играет для вас Рага Яман. Алла Пальванбит Фитали.
катхак, он принадлежит к североиндийской классической танцевальной традиции. В катхаке различают два танцевальных направления и школы. Это Лакнау Гарана и Джайпур Гарана. Очень часто сравнение между ними сводится к упрощению, что джайпурская школа – это скорости, сложные ритмы ног, а Лакнау – грация, изящество и пластика. Мы позволим себе не согласиться с этой точкой зрения и хотим предложить вашему вниманию композиции, которые характерны для этих двух школ. Как нам кажется, они очень хорошо гармонируют и дополняют друг друга. Мы начнем программу в средней скорости Мадрене. И первой композицией будет «Паран Амат», которая очень характерна. Именно эта композиция школы Лакнау. Thank you.
нам любезно предоставила Ашваминика, за что мы ему уже благодарны. Он сегодня возвратился из Индии, и, к сожалению, сумел прийти. Ковиты, которые посвящены Богу богатства, покровителю Севера, Кришне Гималаев, Богу Кубере. Якши и Кинары, это полубоги. Он очень расположен к тем людям, которые усердно поклоняются ему, делают тапасы. Их он обсыпает дождем, благополучием и благоденствием. Thank you.
что на базовый такт, который я показывала, как такт, такт и такт, я буду накладывать 4 удара, всегда лифтик, 5 ударов, такт, такт и такт, 6 ударов, такт, сина, гина, 7 ударов, 2 гина, на один тынте, 8 ударов, такт, 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 и 9 ударов. Thank you.
Гималаи Кинтас. Гималаи. Снег, холод, отчужденность. Это навело нас на мысль о холоде души, разлуке, отчаянии. Именно поэтому для номера Абхинаи, или смыслового номера, мы выбрали тумри, которые передают именно эти состояния души. Музыку для тумри написала Светлана Джанар. Каждый день я считаю.
тот, кто разбирается в ралях, тот, естественно, понимает, что о, сейчас будет такая-то рага или такая-то рага, в зависимости от того, что он слышит. Итак, рага Бахари. Thank you.
мы исполним как никак и как вам. Закончим Ларе. Чао и Ларе. Thank you.
ребеночек родился. Уже танцует, уже танцует, весь наш уделяет. Спасибо большое еще раз за поддержку. Надеюсь, до новых встреч. Конечно, огромное спасибо нашим друзьям, коллегам за помощь, за отклик и вообще за поддержку. Спасибо. Дорогие друзья, если кого-то интересует классическая диско-музыка, подаете CD, пожалуйста, ко мне обращайтесь.